Всем привет, дорогие мои! С вами Конунова Аня, проект Фаберлик Онлайн. В этом видео мы с вами поговорим об обычном очередном заказе. Тут нет ни новинок, ничего. Ура, ура! Так, что тут? 10 тысяч сумма и 41 тысяча. То есть тут все БАДы и так далее. Такие вот чеки. Так, дальше поехали. Пакеты. Во-первых, мне очень нравятся пакеты Фаберлик. Я сейчас только их заказываю. Клевые, классные. Очень нравится вот эта надпись, как обычно. 781-226 у них артикул. Надпись, как вы видите, просто шикарно. Во-первых, вдохновляешь на лучшее. Действительно так. Ну и вот такие прям огромные пакеты. Прям большие, да, мы скоро уезжаем, поэтому, божечки, они даже в кадр не влазят по ширине, да, какие они большущие. С артикулом 781-227, тоже уже ушли, уехали, вот с такой они ручкой, да, тоже уже закончились. Так, третий пакеты, малюськи, они тоже пригождаются. То есть, ну, такие не совсем малюськи, но тоже нужны. 781-224. Так, дальше. Ой, не помню, в подарок это или 70% скидкой, но что-то вот такое. Иммуномодулятор Форте. Мой доктор вообще говорит пить, как только заболел, там, взрослый или дочка моя, 10-леточка. Можно пить по одной в день ребенку или взрослым по две в день. Если очень сильно заболел, то можно и по 4 в день. И человек намного быстрее выздоравливает, нежели без них. Артикул 156-79. Очень хорошо их пить, если переболели уже. Да, то есть вот такая красота. Иммуномодулятор Форте. Дальше. Вы представляете, пришлось порошок для цветного заказывать. Тоже, слава богу, сейчас есть биэка в самокате. Ну все, мне уже порошок пришел. Артикул 308-42. Как я так прозевала? Очень классный порошок для цветного. Вот я раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, 10 штук, 9-10 я заказала, потому что еще к родителям скоро поеду и им еще отдам, поэтому 10 штук мне надо, 5 штучек им еще отвезу. Дальше, парфюм для стирки в гранулах, 5 штук, зеленая травка, очень крутой парфюм, 308-46, просто обалденный аромат, балкон аж провонял этой вкуснятиной. Так, дальше, ягодный. 308-47. Помните, я вам говорила, что ягодный не очень-то люблю, но любят мои покупатели. Поэтому ягодный это не мне. Настоящий парфюм для стирки тканей в форме гранул. Концентрированные ароматы с пролонгированным эффектом. Достаточно насыпать всего одну столовую ложечку гранул при стирке, чтобы придать вещам потрясающий, красивый и очень стойкий аромат, который держится на тканях до 12 недель. Аромат не только долго держится и слышится, но и активируется при использовании и ношении одежды и раскрывается дополнительными шлейфовыми нотами. Парфюм для стирки надолго освежает ткани и защищает их от затхлости, которая может появиться при длительном хранении одежды и постельного белья. Также аромагранулы отлично подойдут для надежного удаления неприятных запахов и освежения спортивной одежды. Мы приготовили для вас 3 продукта с потрясающими ароматами, среди которых каждый сможет найти своего фаворита. Солнечное очарование – это чарующий цветочно-фруктовый аромат с легкими нотами пряности и шипра. Это самый универсальный парфюм для стирки, который подойдет как женщинам, так и мужчинам. Цветочная гармония – это свежий аромат цветущего весеннего сада с нежными фруктовыми нотами. Этот парфюм для стирки наполнен теплотой и легкостью и создает ощущение единения и гармонии с природой. Ягодная энергия – это очень яркий, сочный ягодный аромат с легкими нотами фиалки. Этот парфюм для стирки заряжает бодростью и энергией. Он точно поможет поднять настроение, даже если за окном непогода. Аромагранулы расходуются очень экономно. Одного маленького флакончика хватает на 20 стирок. А яркая, красивая упаковка делает парфюм для стирки не только отличным умным помощником, но и прекрасным подарком. Далее побежали. Тут у меня целая коробочка БАДов.
Так, чек я уже вам показывала. Что у нас тут есть? Вот, биоритмы. Это точно 4 банки в подарок. В прошлом каталоге компания Faberlic дарила всем, кто VIP-консультант, все, кто зарегистрирован в Faberlic Drive, по 2 баночки БАДов. Так вот, я выбрала вот эти БАДы, 1800 каждый, и это 7 с лишним тысяч рублей по драйву мне компания Faberlic мою семью подарила. 2 банки я забрала под собой и 2 банки под Катей. Кстати, та-дам-да-дам, поздравьте меня, я рубиновый VIP. Мне очень вот приятно ваше поздравление, вот серьезно. Я к этому шла сколько лет, кто знает, сколько лет я к этому шла. Артикул 156.75, вот такие. И 2 штуки в подарок. То есть 4 штуки. Если 1800 умножить на 4, ого-го, сколько стоит. А они мне пришли в подарок. Вот так вот. Кому еще пришли в подарок? Сколько у нас випов? Посмотрела меня. Пожалуйста, отпишитесь. Далее, Bowel Support. Это у нас поддержка кишечника. Артикул 156.88. Их я заказала как VIP-консультант. С уровня VIP-18 у нас с вами 2 новинки с 70% скидкой. Вот, пожалуйста, я их заказала с 70% скидочкой. Дальше, значит, очень много у меня кальций К2, потому что это и родителям 4 человека, и нам 4 человека. Поэтому я очень много заказала. Они все у меня закончились. Это вот, как вы видите, все кальций. Кальций К2, артикул 157-61. Кстати, без D3 не усваивается кальций, поэтому D3 надо тоже пить. Но у меня его нет сейчас в заказе, он у меня был в предыдущем заказе. Так, далее дигидрокверцетин. Ну, моим родителям одна баночка, 30 капсул, по 2 штучки в день. Это на 15 дней одна баночка, поэтому я тоже заказала много. Артикул 157.90, это мозги, иммунитет. В общем, то же самое, что омега, только немножечко другое действие у него тут. Еще плюс А, С, Е витамины. Для людей в возрасте, вообще для тех, кто курит, вообще для всех. Если обычному человеку, да, кто там себе не вредит особо, живет на свежем воздухе, питается там. А вот D3, кстати, заказала, наврала я вам. Им еще куда ни шло. Нам вот, к сожалению, дигидрокверцетин, живущим в центре города, нужно принимать и пить. В общем, ну, сами понимаете, одна баночка на 15 дней. Если по 2 пить, а если вдвоем они пьют, то на 7,5 дней одна баночка, если по 2 штучки в день. Поэтому он дорогой с одной стороны, с другой стороны они себя действительно намного лучше стали чувствовать. Так, витамин D3, я не знаю, сколько штук, не считаю. Их тут 60 капсул, артикул 157.77. Одна капсула или 2 капсулы. Так, минутку. Да, содержание одной капсулы 50 мкг. Так, ага. Одна капсула, получается 2000 международных единиц. Это говорит о том, что взрослому нужно 8000 в день пить. 4 штучки. Вот, поэтому тоже у нас очень хорошо уходит. Хотя тут 60, но посчитайте, поделите. Магний, магний, магний пошел. Значит, магний обязательно мы пьем. Я пью магний по 2 штуки на ночь. Дочка у меня 10 лет по 1 штуке на ночь. То есть все взрослые по 2 пьют. 158.01. Состав хороший, чистейший. Мой доктор вообще рада. Так, малофтилин. Малофтилин тоже очень классная штука. Что-то я не знаю, почему открытые они. Нет, все закрыто. Просто так вот недозакрыли, наверное. Так, давайте посмотрим у малофтилина артикул 709.12. Это кладезь, это космецевтика, это домашняя аптечка. Это куда круче, чем детский крем в 100 раз. Он все и заживляет, и насморк им мажут, и все-все-все на свете. Опять-таки D3, магний. Так, витамины группы В. Витамины группы В. То есть В-комплекс нужно пить обязательно. Но мой врач как сказала? После антипаразита. Хотя бы месяц антипаразита надо пропить. Если соблюдаете специальный протокол питания, то месяц-полтора достаточно. Если не соблюдаете специальный протокол питания, то лучше 2 месяца антипаразит попить. Специальный антипротокол – это, как говорится, не кушать сахар, молочное
и дрожжевое. Самое главное – сахар молочный и дрожжевое. Комплекс витамин группы В 158-04. Ну, это наши волосы, ногти, это наш с вами иммунитет, мозги, хорошее настроение, что очень важно, хорошее настроение. Так, далее, противовоспалительное хорошее, просто вот попить, просто так его не обязательно болеть, потому что у всех у нас есть воспалительные какие-либо процессы. Это вот такой вот куркумин форте, артикул 158-00, его можно вообще пить по 2 на голодный желудок за 40 минут до еды без перерыва. Таким вот образом. Так, ну вроде бы все показала. Любимый чай мужа, фитоконцентрат для похудения, артикул 157-15, он его любит, он еще и энергетик, он очень много энергии дает. Так, далее, вот эту красоту, конечно, я не смогла не продублировать в своем заказе, это просто мега-бомба, бомба-пушка, ракета, просто наикрутейшие блески. Так, ну-ка давайте вот так сделаем. Ну вот их не видно. Их так не видно, как они вживую на самом деле есть. К сожалению, вот не видно. Но я их с удовольствием, прям с превеликим заказала. Потому что это просто находка. Так, о, это, наверное, тоже VIP-новинка, да? Походу, VIP-новинка. Так, ну он практически бесцветный. Ну, какой практически? Он бесцветный и есть. Угу. То есть такой вот бальзамчик. Да, он у меня с очень вкусным, кстати, ароматом. Такое вот тут сердечко. Да, видите, какое классное сердечко. Вообще шикарно. Красота. Артикул 418-39. Еле нашла артикул. Love me. Да. Так, что же у меня тут еще? Антипаразит комплекс. Когда, кстати, болеете, его тоже лучше попить. Ну, там простыли, ОРЗ, ОРВИ. Можно его попить по 1-2 штучки в день, чтобы не размножалась всякая ересь в организме. Да, там грибки, микроорганизмы, плесень. Пока организм ослаблен, они там бушевать начинают в нашем организме. Поэтому 157-63 тоже можно и для профилактики, и так попить. Как раз таки и про антипаразит поговорили. Так, ну все, в этой коробочке остались БАДы мамам, папам, всем на свете и семьи Кононовых. И идем в третью коробочку. Тут тоже совсем чуть-чуть. Обзорчик маленький получается, потому что все только нужное в дом. Никаких тут новинок нет. Ничего я тестировать не собираюсь. Во-первых, хлорелла спирулина с артикулом 157-57. Интересно, да, 157? Да, хлорелла спирулина. Это водоросли сушеные, прессованные хлореллы из спирулины. Очень хорошая штука. Пьем всей семьей. Так, дальше про биофул обязательно. 2 баночки или 3, вот не помню, но тоже заказала, потому что заканчивается. 158-05 про биофул. Далее обязательно минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды, коралловый кальций. Тут, значит, 12 порций идет, артикул 157-30. Это такие пакетики, фильтр-пакетики, которые нужно прямо кидать в воду, не разрывая. Некоторые разрывают и говорят, вы нам какую-то фигню подсунули. Я говорю, нет, я вам ничего не подсунула. Во-первых, вы это сами купили. Во-вторых, говорю, пользоваться надо уметь. Способ применения. Аккуратно вскрываем верхнюю часть упаковки, то есть вот эту вот верхнюю часть упаковки, вот туда, видите, написано, достаем один пакетик саше и помещаем его в емкость 1,5 литра. Нигде не написано, что пакетик надо рвать, поэтому будьте здоровы и не нервничайте. Так, дальше псилиум. Вот, кстати, обзор короткий, поэтому вот тут вы увидите рецепт пирожков. По идее, он идет для чистки организма, но и пирожки из него тоже классные получаются. Булочки наши семейные, которые мы вместо хлеба едим уже несколько лет. Мы обычный хлеб покупаем только в честь гостей. Мы так просто его не едим. Артикул 157-64. Поэтому я заказала много, потому что булочки печем практически каждый день. И из-за этого у нас уходит 3 столовых ложки псилиума каждый божий день. Вот такой вот маленький мини-обзорчик. Мои дорогие, с вами была Кононова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео!